Отдохнуть или поправить здоровье смогут дети-инвалиды в возрасте до 18 лет или ребенок, один из родителей которого имеет статус инвалида. Также дети из многодетных семей, семей, получающих меры социальной поддержки, и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. На льготу имеют право и несовершеннолетние, состоящие на учете в соцзащите. Для получения санаторно-курортных путевок необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу Анапа, улица Крымская, 177, кабинет номер 4, или по телефону 3 90 56.